друзья, дамы и господа, огромное спасибо за то, что вы сегодня здесь с нами. Сегодня благотворительный фонд развития Украины стал персональным. И это очень важное событие, как для меня лично, так и для фонда. Мне хотелось бы вам рассказать, почему я пришел к этому решению, какова моя роль и какова моя философия благотворительности. Мне очень нравятся такие слова. У благотворительности тихий голос. Поэтому я молча доставал из кармана и помогал тем, кто нуждался. Это был мой принцип. Это был мой первый этап благотворительности. Но, к сожалению, у нас в стране есть системные проблемы. И тихим голосом их не решить никому. Об этих проблемах надо говорить. Надо говорить громко. А иногда кричать, если нас не слышно. Я глубоко убежден в том, что системные проблемы может победить только системный подход. Поэтому в 2005 году компания ТСКМ был создан корпоративный благотворительный фонд развития Украины. Это был мой второй этап благотворительности. Этап корпоративной социальной ответственности. И вот сегодня, сейчас, наступил мой третий этап благотворительности. Это персональная, личная ответственность. Почему я пришел к этому решению? Потому что я знаю, что благотворительность я буду заниматься всегда. А сейчас, уважаемые друзья, мне хотелось бы рассказать вам о своей роли. Моя роль состоит из трех вещей. Определить философию фонда, создать команду, которая разделяет эту философию, и обеспечить стабильное финансирование. Какова моя философия благотворительности? Благотворительность – это умение услышать чужую боль. Благотворительность – это умение разделять чужую боль. Благотворительность – это системная борьба системными проблемами. Благотворительность – это нацеленность на результат. Благотворительность – это открытие. Что значит создать команду, которая разделяет эту философию? Эти люди должны иметь сердце для того, чтобы чужую боль воспринимать как свою. Эти люди должны иметь глаза, хорошее зрение, для того, чтобы видеть системные проблемы. Эти люди должны иметь голову, а значит знания и опыт, для того, чтобы эти проблемы решать. Эти люди должны создавать невидимость работы, а работать так, чтобы каждый человек на себе мог почувствовать нашу помощь. И вся наша команда должна быть открыта. Открыта для общества, открыта для средств массовой информации, открыта для новых идей, открыта для партнерства. Что касается финансирования. На финансирование проектов и программ Фонда развития Украины на ближайшие 5 лет я выделил 150 миллионов долларов. Дорогие друзья, каждый из нас занимается благотворительностью по мере своих возможностей. Каждый из нас думает, а как сделать лучше? И на мой взгляд, это самый главный вопрос для всех из нас. Я убежден, что вместе, объединив усилия, мы преодолеем все самые сложные препятствия, которые будут стоять на нашем пути. Спасибо за внимание.